Успех Натальи Сурковой можно объяснить разными причинами. Кто-то скажет, все дело в редкой красоте, кто-то в особом таланте, кто-то отметит боевой характер, а кто-то просто скажет, повезло. Может, жизнь похожа на сказку, может, на кошмарный сон. Ты узнаешь, когда снимешь маску и поймешь, кто ты такой. Может, ты герой из истории, может, странник без лица. Где-то в детстве выбираем роли и играем до конца. В жизни тысячи дорог, будет радость и печаль. Будет счастлив тот, кто смог превратиться в сталь. Будет в небе радуга после сильного дождя. Будет счастлив в этом мире каждый, если счастлив. Мне так понравился фильм, он меня так поразил, что я еще не могла сопоставить, что это я. Вот что там я. Это мы с ним. Это мы там играем. Это вот это мы с ним. В глубине чужих территорий молишь о своей судьбе. Из чужих рассказов и историй ты узнаешь о себе. Перелетная птица, ищешь место без конца. Может, даже так судьба сложится, что под маской нет лица. В жизни тысячи дорог, будет радость и печаль. Будет счастлив тот, кто смог превратиться в сталь. Играет, как живет, а живет, как играет, с пониманием, со страстью, с размахом. В ней столько природной силы, что бы она ни делала и как бы ни обходилась ни актерская судьба, все воспринимается по-настоящему, закономерно и естественно. В жизни тысячи дорог, будет радость и печаль. Если счастлив я.